Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Василий ехал домой и боялся. Он боялся увидеть свою жену, которую столько лет не видел. 10 лет. Целых 10 лет. Тогда он был другим человеком. Но об этом он вспомнил только сейчас. Ровно 10 лет назад Василий решил поехать на заработки, чтобы родить ребенка. Да, именно ребенка. Ведь естественным путем ему с женой не удавалось это сделать. Поэтому ей рекомендовали процедуру ЭКО. Но, к сожалению, бесплатная попытка забеременеть не закончилась успехом. Пришлось собирать деньги на вторую попытку. Василий хорошо помнил, как садился в поезд. А после того ничего не помнил. Что же было дальше? После того он стал тихим и молчаливым Колей. Его нашли возле рельсов станции славного города Воронежа с разбитой головой. Он не помнил абсолютно ничего. Одна очень хорошая старая женщина решила взять его к себе. Она заботилась о нем так, как о своем сыне. Ведь сама недавно потеряла близкого человека. И отдавала всю любовь и заботу Василию. Назвала она его Колей. Раны Коли быстро зажили, но память так и не вернулась. Он вместе с бабушкой обращался в полицию, клеил объявления, но все было бесполезно. Никто и не откликнулся. Так и прожил Коля в приемной семье целых 10 лет. У него при себе не было никаких документов, поэтому устроиться на работу ему было практически невозможно. Но сильные рабочие руки еще никому не мешали. Поэтому для него нашелся работодатель. После одного несчастного случая на стройке Коля вспомнил, что на самом деле он Василий. Он вспомнил жену, дом. Она наверняка вышла замуж давно, подумал мужчина. Но знал, что ему обязательно надо будет вернуться на родину. Когда Василий постучал в дверь своего дома, ему открыла жена. Она сразу потеряла сознание. Прийти в себя ей помогли трое детей-подростков. «Все же вышла замуж во второй раз», – подумал Василий. Когда женщина выяснила страшную правду об исчезновении мужа, она сделала ему шокирующее признание. Ее трое детей – это и его тоже. Но как? Его не было целых 10 лет. Тогда женщина рассказала, что на самом деле она воспользовалась его генетическим материалом, который он замораживал для ЭКО. И ей это удалось. В первый раз она продала машину, поэтому родилась Света. Затем решила взять кредит. Таким образом родилась Маша. А вот маленький Кирилл родился благодаря благотворительной программе, устроенной одним исследовательским институтом. Его жена очень радовалась, ведь у нее есть семья. Василий долго плакал. Он был настолько рад, что все так произошло. Он остался со своей новой семьей. Забрал к себе названную маму и устроился на другую работу. А у жены все замирало сердце, когда он уходил на работу. Все боялось, что вновь пропадет он, потеряется. И выдыхала с облегчением, когда он возвращался. А детки были рады, что папка, о котором мама столько рассказывала, наконец-то объявился. Теперь мальчишки на улице уже не будут их обзывать. За них есть кому заступиться. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.